Всем привет! Меня зовут Амина. Я студентка третьего курса частного педагогического колледжа «Зирек». Я учусь по специальности учитель английского языка в начальных классах. Сейчас я расскажу вам о основных плюсах и минусах обучения по данной специальности в нашем колледже. Плюс номер один – это то, что обучение происходит с нуля. Нет, мы не будем учить с вами алфавит и цифры. Я говорю о базовых знаниях английского языка, которые пригодятся в последующем каждому студенту. Но если у вас уже есть знания английского языка, то и вам скучать не придется. Для вас подберут более углубленный материал, но ждать порой новичков вам все же придется. Плюс номер два – это возможность общаться с носителем английского языка. Speaking Club проводится один раз в неделю. Его могут посещать все желающие со второго по четвертый курс. Но первокурсник, хорошо проявивший себя в плане усвоения английского языка, также может посещать данный клуб. Думаю, по названию уже понятно. Во время этого кружка вы можете общаться с носителем английского языка на любые темы. Итак, плюс номер три. Вас учат правильно преподносить материал. Так как вы учитель английского языка, за время обучения в нашем колледже вы не только сами учитесь английскому языку, вы и учитесь его правильно преподносить другим людям, точнее, детям. Для этого в нашем колледже есть множество дисциплин, направленные либо на методику преподавания именно английского языка, либо на обучение в целом. А теперь о минусах, точнее, о минусе. Да, он один, и это ваше желание, а точнее, его отсутствие. При отсутствии желания и готовности получать новые знания вы не достигнете никакого прогресса, какой бы хороший материал вам не давали наши преподаватели. Поэтому ваши желания и деятельность наших педагогов создадут прекрасный тандем по достижению поставленной цели. На этом все. Пока.